Русский народный хор открыл праздничный концерт во Дворце культуры «Современник». На вечер зареченцы приходили целыми семьями. С Днем народного единства горожан поздравил первый заместитель главы администрации Алексей Рябов. Наше собрание большое и великое, живет мирно, живут дружно и созидают люди многих национальностей, многих народностей. Наша страна не раз переживала трудные времена, стояла перед историческим выбором. И только благодаря сплоченности и единению нашего народа мы смогли отстоять суверенитет, сохранить мир в нашу великую страну. В зале Дворца культуры «Современник» не было свободных мест. Весь вечер со сцены звучали мордовские, татарские, русские и белорусские песни. Были и национальные танцы. В завершении праздничного концерта все его участники вышли на сцену. Под аплодисменты зрительного зала они вместе исполнили песню. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».